стихотворение нашего ташкентского автора Александра Файнберга «Сентябрь». Осень стоит в дворах, стоит, осыпается. Завтра над ней проплачет последний косяк журавлей. На смену туманом придут холода, в дождях проливных поплывут города. Любимая, осень стоит в дворах. За кругом полярным гуляют ветра, в моем же владении мерцание листвы, перо золотое, бумага и вы. Да на столе деревянном полна среди яблок осенних, бутылка вина. Осыплется дача за городом шумно. Уже к ноябрю приготовлены шубы, и кто-то вам пишет письмо из Москвы. Конечно, конечно, уедете вы, вздыхаете к вечеру, как я устал. Как много листвы в эту осень упало. И все так печально, и все так нелепо, что делать, любимый, окончилось лето. Люблю я последние дни сентября, скрипичным оркестром охваченный город. Люблю эту свежесть и ясность погоды. Природа спокойно уходит в себя. Уходим, как мало уверены мы, что все возвратится нам после зимы. В последних туманах гудят шифера. Любимая, осень стоит у двора. Она в догорании короткого дня, прощанием овеяны кроны и листья, все шепчет «прости» и не может проститься. И женщина горько целует меня.